Возьмите. Спасибо, брат Сартиф. Возьми-ка. Ты себе не купил? Я не буду есть, я сыт. Так нельзя. И это для меня слишком много. Нет, Ада, я не буду есть. Я тоже тогда есть не буду. Возьми это. Возьми. Ладно, хорошо. Юсуф. Налян. Тебя и правда любит? Да. Она счастлива с тобой? Счастлива. То есть, наверное, так. А почему спросила? Ничего, просто спросила. Я тебя сильно расстраиваю, да? Нет. Не расстраиваешь. Я рядом с тобой всегда становлюсь счастливой. Ты никогда не злишься на меня? Нет. Никогда не злюсь. Интересно, а как ты ссоришься? Ты на кого-нибудь ругалась матом? То есть, сказала кому-нибудь что-то плохое, крича со злости? Один раз ругалась. Интересно. На кого? На дядю. Но я про себя сказала, не заорала вслух. Что сказала? Противный ублюдок. Противный ублюдок? Да. Противный ублюдок? Хорошо. Ну не смейся. Я очень разозлилась. Слушай, однажды летом в наше село приехал кинотеатр на открытом воздухе. А наша Сейда пристала, мол, пойдем. А я приготовилась, уже выходила. Дядя сказал, ты не можешь пойти. И кинотеатр больше не приезжал. Ешь, а то остынет. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.